Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот поросеныш, вот мама наступила. Разрыв был такой огромный, ну сколько ему уже, недели две, наверное, не 10. И вот уже практически все зажило. У маленьких поросяток очень хорошо все заживает. Сейчас мы ему еще второй укол этого железа сделаем, и он у нас вообще будет как настоящий мужик, сильный, большой, круглый. Все, врубился. Ну, сейчас ферогликин у нас, ну железо, в общем, это второй укол будет, два кубика, внутренняя часть задней ноги. При уколе главное помните, что жопа не ваша, вам не будет. Все, в принципе, покажи его мордочку, посмотрите, какой довольный. Сейчас к маме пойдем. В общем, вот такие поросятки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.